Я каждый день борюсь с собой, что я что-то сделаю. И каждый день все одно и то же. У меня сейчас такой момент, что у меня просто нету сил, упал иммунитет, слаб, то есть иммунитет. Вот. И у меня сейчас самая большая проблема – это клопы. Откуда они взялись? У меня квартира чистая была и есть до сих пор, но откуда они взялись, эти клопы? Расскажу вам. Я работала риэлтором до декрета. Вот. Последний мой договор был в самой уебищной квартире, которой вот откуда я принесла клопов домой. Все. Собственник, конечно, не сказал, что у него дома клопы были. Вот, я сдавала такое.